Не то, что у меня предчувствие, но учитывая наше дерьмо, удачу, портал, думаю, именно здесь. Коротышка, это первая за весь день твоя здравая. Привет всем, вы на канале Beer и Game, а мы продолжаем проходить игру «Зловещие мертвецы». Да. Регенерация. В прошлой серии мы прошли каких-то летучих мышей, прошли какие-то обрывы, обвалы, да. Горы какие-то, и мы продолжаем продвигаться. Жизнь у нас восстановились на полную. Да, и вот мы на такой веселой нотке начинаем... Ты где там, Самуил? Узнавать дальше, что же у нас тут произойдет. Так, заставь. Ах, вы гады! Знаешь, мне эти ребята уже надоели. Безоплатие! Что ж они так обозлились? Ой, смотри, там даже есть, которые кидаются. Так, молодец, молодец. Хорошо, пока держимся. Ну, Сэм там тоже бошки откручивает. Не подпускай их к себе, да. Давай, жми, 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 быстрее. Не успел, ну ладно. Блин, он сильный чувачок. Да, он там с этими... крутит этими палками. Со своими палками бегает. Шахтер какой-то у него это. Кирка шахтерская. Он какой-то зомби-шахтер. Должны же они когда-то закончиться. О, Сэм, Сэм на него забрался. Смотри, он сейчас тебе поможет. Отходи, отходи. От взрывов отходи. Так, все, молодцы, молодцы. О, как хорошо, да, какие-то новенькие у нас. Да блин, да, комментирую, я занят, ребята, занят. Да, да, я понимаю. Я мочу упырей. Конечно, да, так. Сложновато так. Сложноватый момент такой, да, у нас. Ты с гарпуном их вообще с первого раза стягиваешь. Ну так бегаешь, вроде нормально, более-менее пока что, да? Оп, оп! Ай, я боюсь. Да, не подпускай их близко к себе. Пусть они на расстоянии держатся. Держитесь на расстоянии, господа. А вон, смотри, как он защищает. Гарпуном подтяни его. Вот точно, так. Ты права, ты права. Он гарпуном-то уже... Против гарпуна-то уже нет. Ух ты, зверюга. Против лома нет приема. Как говорят. В нашем случае против гарпуна нет приема. Да. Сэм, пошли, давай, где ты там? Я тебя пнул. Куда, Сэм? На радостях, да. Сейчас, наверное, еще тут больно. Отлично, сохранялка. Сохранялка, думаешь? Да. Так, вот это нам очень нужно. Давай, сохраняйся. Ай, на вторую тогда, или на третью, или на какую-нибудь, да. Да? Угу. Давай. Побежим. Какие-то, да, ящички все рушь, потому что в них могут быть жизни. Так, туда мы обратно, да? Ну, да, туда обратно. Похоже, мы на правильном пути. Нет, ну ты понял, пути! Я все чаще думаю, что пережить конец света легче, чем слушать твою трепотню. Так, это у нас что такое? Увеличение уровня. Зачем нам эти уровни увеличивать? Мы это вообще просто ничего... мы не знаем, как пользоваться. Да, мы просто не знаем, как это использовать. К сожалению, пока не догадались. Там сохранение. Там сохранение, да. Так, где оно? А, вот сюда, наверное, пробивай. Вон там кто-то уже ходит, смотри. Он что-то там строил, работал. Давай гарпуном кай.
Да, гарпуном пом... Со второго мне даже будет страшновато играть, если честно. Я не могу играть. Где ты там бегаешь? Ну, задолбал, бегай. Может, нам сохраниться пойти? Давай сохранись, да. Почему бы и нет? Не помешает. А то сейчас полезут со всех дыр, как всегда. Давай на какую-нибудь. Правильно? Ну да, да, сохраняйся. Ну где ты там? Когда ты впереди, мне полегче. В какую-то шахту переместились. Угу. Склонить перед своим истинным правителем. Ох, кидаются, а? Тоже, наверное, гарпуном подтягиваю. Блин. Докидался он, в общем-то. Что получил. Блин, что там? Вот и все, да. Коврики висят, что ли? Так, мостик сломались, да, значит? Ну что ты там, где ты там бегаешь? Ой, я не упаду. Даже не знаю, что тебе предложить тут делать. Да, наверное, прыгать тут есть. Оп. Блин. Все рушится. Да, прыгать. Он там как-то вылезает, если вон что. Вон туда, да, нам прыгать? Ну, я больше не знаю, куда тут можно прыгнуть. Блин, а, он уже там бегает. А-а-а, все равно сюда перелетел. Как он так летает? Вообще, летать умеет, серьезно. Давай, иди там, что там у нас дальше. Что блин, дальше есть? Страшновато. Ну, какие-то эти плывут растения, или кто там такие, кто-то там что-то плывет, плавает что-то. Вон там, смотри, что-то можно сделать. Гарпуном, гарпуном. С другой стороны обойди. Еще с другой обойди. С какой-то ты не стой делаешь, наверное. Рычаг, что ли, это или что? Что это там такое намигает? Тебе, наверное, надо с другой стороны обойти и поднять сейчас, его сейчас, гарпуном. Сейчас. Ты куда упал? Никуда туда. Вот отсюда. Потяни рычаг. А, вот надо было подойти, наверное, его потянуть. Так, походу мы забираемся наверх к самому главному психу. Посмотрим. Ну-ка, поднимется он. А, наверное, сейчас опять его надо... Давай, гарпуном. Может, гарпун твоя новая игрушка на своем? Спасибо, друг. Подсказал, видите, подсказывает он нам. Поехали. Мы выбираемся на гору, наверх, там, где же... Блин, я думал, мы что приедем? Не так-то быстро. Шахты, шахты, у нас тут сплошные шахты. У нас, конечно, игра потемнее. Ой. У вас она будет гораздо светлее на Ютубе, вам будет гораздо комфортнее смотреть ее. Высы? Открыть дверь можно, надо понять, как. Потяни за рычаг. Потяни за рычаг. А, то есть никак, да? Угу. Дверь не открывается. Давай думать, что делать. Гарпуном попробуй. Блин. Эш, поцелуй меня взад! Заткнись, все будет в порядке. Цели нету. Ну тогда побегай здесь в округе, посмотри, может быть что-то есть.
Мы же здесь наверху-то ничего не облазивали, да? Вот какой-то рычаг. Свет включить надо. Свет. Повылезали. Ох ты. Да у него вши. Вот этих лопаточников не подпускай к себе близко. Я стараюсь. Они, да, я знаю, что ты стараешься. Гарпун очень удобный, честно говоря, им буквально с первого, со второго раза убиваешь. Это очень удобно им пользоваться. Шахтеры у нас тут, зомби-шахтеры. Проходим за зомбаков-шахтеров. Ух, какая большая энергия у нас. Да, большая. Мертвый еще не получает, что можно надоедать. Жаль, сохраниться нельзя. Может, там что-нибудь есть? Нет, ничего нету. Все истоки ведут наверх. Готово. Фу, гадюка ты, гадюка. Сэм, ты чё там, гад? Вылезло что-то на нас резко. Сохраняем, конечно же, сохраняем. Давай на четвертую. И продолжаем. Проходить. Сейчас опять, наверное, какой-нибудь чудик полезет. Ух ты, опять глаз, опять Сэм. Мне это не нравится. Мне это не нравится. О, сколько у нас тут и врагов. Она опять облизывается, смотрите. Хорошо, что он так действует на расстоянии, мы фактически тут стоим в дверях, да, и вытягиваем врагов, которые там в километре от нас буквально. Он там зачем-то, наверное, стоит за какой-нибудь бочку. Отлично. О, Сэм попал. С другой стороны, голова больше чесаться не будет. Голова больше чесаться не будет. О! Знаете, и появился. Он себя убил для того, чтобы появиться рядом с нами. И опять сейчас появится. Оп. А этот глаз опять на него таращится. Он его опять сожрать хочет, наверное. Вот эти шахтеры самые, конечно, ужасные. Да. Но мы их убиваем пока что. Нравится мне этот циклоп, если честно. Да что он такой живучий? Так, Сэм, ты нам, походу, опять нужен. Тебе так нравится унижать меня? Да. Еще рот открывает, прям все вовремя. Два. Может быть, душами опять какими-нибудь кормить? Я думаю, все, три. Прикольный глазик такой. А больше нам некуда идти. Вон туда можно пойти, вбок. Он же там вот где-то бегал, этот шахтер. О. Только осторожно, беги. Вниз, по-моему, можно спуститься, там лестница, видишь? Блин, точно. Что-то конечно, надо делать. Конечно, да. Давай, спускайся, посмотрим, что там. Нет! Так, смотри, не упади, тут везде обрывы. Там у нас проход закрыт, но, возможно, он когда-нибудь откроется. Может быть, свет нам здесь включить тоже надо будет. Кто-то рычит там. Или это этот наш головастик? Так, тут закрыто. Мы здесь были, нет? Да, мы здесь были. Нет, мы здесь еще не были, мы здесь первый раз. Так что посмотри, где что можно взять, возьми. Вон эти ящики можно раздолбать. Ага.
Нет, это не ящики. Это не ящики, ящики сзади, вот они. Вот. Ага, вон туда, наверное. Ящики внизу были. Неужели ты их не видел? Не, не заметил. Ну, сюда. Ох ты, сохранил еще одна, спасибо, Аньке. Пять? Угу. Так и будем спускаться. От первого к пятому, от пятого к первому. Что это? Ой, не-не. Ну ладно, еще раз. Двойное сохранение. Я перепутал кнопку. Так, давай, иди туда, посмотри, что там еще в этом тоннельчике. Туда, да? Я не знаю, если ты пройдешь туда, туда, наверное, и не пройти, да? Кто-то стучит в дверь. Значит, нам туда. Вот стучит. Сюда нам. А нет. А, мы, наверное, отсюда и пришли, смотри, да? Мы просто бежали по кругу. Блин, что тогда здесь? Что нам тут надо делать, ты как думаешь? Твои мысли какие? Вон там я вижу ящики, там снизу, сбоку, там везде ящики. Это в глаз опять. Идиот! Бесконечно жрущий все. Я тебя не заметил. У него маечка такая тоже маленькая. И штаны натянуты. Ой-ой-ой. А, нет, вроде нормально пока. Что же здесь делать-то надо? Интересно. Блин. Шахтерчик. Опять догадывайся сам. Ага, да, догадывайся, конечно. Вот так вот, да. Ну, по-любому этот глаз кормить надо чем-то, правильно? Я так думаю, не зря же он здесь. А как нам туда забраться тебе? Оббежать, забраться, пока мы. Проверяешь, да? Блин, пока я не могу ничего понять, куда, что, как. Может, эта тележка катается? Никак она не используется. Покатить ее куда-нибудь. Никак, да? Ладно. О, что это такое, мотыга какая-то, смотри. Ну, это не наш, это этих зомбаков. Везде проходы нам закрыли. Не дают нам ходить нормально. О, смотри, лестница. А, лестница. Она, мы с нее спускались. Уверен? Да. Да, 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 да. Может, это вторая лестница какая-нибудь? Да, мы здесь еще не были. Повернись в другую сторону. Вот сюда. Видишь? Ящик. Мы еще этого ящика не видели. А здесь что у нас? Цепь, ничего не делать из цепи. Нет. Ну ладно. Тогда. Вот придумал-то, на руки себе нацепил пилу. Эту гарпун нацепил, всего там понабрал. Но зато вооружен, знает, как это использовать. Вот туда, пройди до конца, наверх. Мы, видимо, как-то... Угу. Ну ладно, друзья, вот здесь мы и закончим нашу... А, вот черепок возьмем заодно. Повысим энергию. Все, подписывайтесь к нам на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. До встречи, пока. Пока.